Не-не-не-не, я хотел посмотреть Егора. Прикольно, на самом деле, под такой фильм американских подростков. И Игорь Синяк здесь хорошо вписался. Мне кажется, это одна из лучших ролей. Реклама пикника. Дабл сайз. Способна засунуть себе в лодку. Новый клип Егора Крида, да. Расскажешь об этом мне в тачке, что такое, что такое? Александр Волков пишет, давай не будем смотреть этих унтерменшей. Хорошо. Не, я совершенно не фанат Егора Крида. И музыка тоже как бы не близка, но видеоработа, как мне кажется, сделана. Шаблонно, да. Я вообще бы сказал, что этот клип сделан полностью из клише. Вот клише молодежных комедий начала нулевых. Хорошо, там, середина нулевых и десятых. Но, по-моему, в этом и есть кекс, что слишком дохера шаблонов. Как будто никогда в баскет не играл, он же черный. Кто кидает из-за головы? Раз с десятого залетело из-за головы. Ну, короче, да, галлюцинация Егора Крида, что он выиграл, на самом деле он проебал, и самоирония, и привет. Да. Замечательно. Есть что еще посмотреть, есть что еще обсудить, потому что, ну, как выразился наш подписчиков, не все же в интернете шипалить. Предлагайте в донат, а не в чат. Да, это действительно так.